Отбор фотографий осуществлялся таким образом, что мы отобрали из того, что у Николая еще осталось. Я повторюсь, из его архива изъято более чем 900 гигабайт информации. Он нам сам их отправил, и вы увидите на этих фотоработах тексты, чаще всего, когда он говорит от своего просто имени, просто сам комментирует. Это очень живые такие личностные воспоминания Николая. И один из этих вот фотографий и слайдов, которые мы поместили в фотовыставке, это просто белый лист, на котором написано, что 900 гигабайт информации изъято, да, и что на этой фотографии, на этом белом пустом месте могла бы быть какая-то фотография, которую он снимал на территории Крыма. Я думаю, що для Миколи Семени це буде велика моральна підтримка і сама виставка, і те, скільки людей прийшло на її відкриття. Він зараз не все може сказати, не все може написати, але він продовжує фотографувати. Навіть те, що в нього вкрали, його твори, його фотографії, його праця за багато десятиліть його роботи, його не зупинило. Це... Очень важно доносить до украинцев информацию о том, что происходит в Крыму, потому что за ежедневными хлопотами люди забывают, да, и обрываются вот эти вот человеческие связи, которые связывали украинцев и Крым, украинцев и крымчан.